И когда встаю, спина, видишь, у меня не меняет положение. Вот она так же остается. Я только выпрямляю ноги и прижимаю штангу к паху. И единственное, на самом финале чуть-чуть можно выпрямить, чуть-чуть спину. Чтобы немножко ее раз сюда, прям, ты чувствуешь, чик, ты ее заправил. Тяжело будет поднимать вот в один определенный момент. И чтобы его немножко, ну, можно было упражнение выполнять дальше, немножко подключаем уже спину. Во. Оп. Чуть-чуть. Устал. Да, у тебя чисто кавказская разложка. Варданян. Смысл твоих подъемов сейчас какой? Ты делаешь подсед, посыл, встаешь на носки. Да, посыл — это вставание на носки. И потом делаешь уход. Да, и уход, и уход, и... Нет. Ну смотри, да, да, почти было, смотри. Движение правильное, подрыва не было, вот, хорошо. Вот это. Повтори 5 раз, повтори, легкий вес, повтори. Да, 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 давай, 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 запоминай. Вот это правильное твое положение, да, да, и все правильно делаешь, отлично. Пробовал дома, со шваброй, мне нравится именно штанга, вот как олимпийский вид спорта, просто стало интересно. Советую смотреть эти видео, потому что я буду объяснять, показывать доходчиво, доводить до спортсмена, как он должен чувствовать, как воспринимать подъем штанги. Ну, когда приступаем к тренировке к толчковой, сразу не делаем, там, например, на грудь, в сет толчок. Для того, чтобы потолкать, нужно там размяться. Это называется, ну, есть основная разминка, то что ты делаешь, там, крутишь руки, палочка, там, может быть, просто имитация. Без веса. А есть специальная разминка. Специальная разминка — это вот со штангой уже. И вот нужно выполнить перед тренировкой основной специальную разминку. Ну, для, так как сегодня тренировка толчковая, давай просто потолкаем ее. Ну, не штангу, просто потолкаем с груди. Имитацию сделаем, посмотрим разножку твою. Дальше прыгни и останови. Стоп. Вот ноги немножко сюда разведи. Да, да. Заднюю ногу немного уверни. Да. Ну сильно. Ага. Да. Ага. Толкни и остановись. Пересел, как он тренировал? Да, да, ну, сразу начал. Ну, переднюю чуть поровнее. Не надо так сильно искривлять, да.
Ну все. Сейчас первое упражнение. Давай сделаем протяжку. Протяжка на грудь. Берем штангу. Принимаем исходное положение. Возле штанги прижимаем голени, чтобы было понятно, где она находится. И протяжка по прямой к груди. Суть в том, что тебе нужно просто выпрямить ноги. И когда руки будут заканчивать движение, подвернуть локти резко. Раз. Таз не поднимается, просто ноги раз, выпрямились. Угу. Быстрее локти. Подворачивается. Угу. Стоп. Старт сюда. Вот. Ага. Да, вот так, да. Понижь. Подсядь. Пониже подсядь. Стоп. Вот так вот, да. Побыстрее разгибайся. Меджит, на груди ставим не так, не так, вот, да, назад не надо, не завалить, не прогибай спину. Угу. Все, отдохни. Следующее упражнение, берем протяжку на грудь и жмем. Жмем и вот сюда немножко за голову и разминаем плечи. Прям руки стараемся туда, не вот эту часть рук верхнюю, а чтобы плечами проходить. Не опуская штангу вверху, делаем ноги на ширину плеч, ставим, ой, пошире, чем ширина плеч, для седа. И не быстро начинаем садиться в сед. Не быстро, не быстро. Пятки не отрываем. Угу. Все, встаем. Ну, давай раз 5-6. Пятки стараемся не отрывать. Делаем не быстро. Потому что идет разминка. Наши звенья, связки, мышцы еще не разогреты. Ну, следующее упражнение. Берешь на грудь протяжку. Ноги ставим на ширине плеч, подсед. Садимся. Вверх встаем, вытолкнули. Выжили. Выжили. На носочки садишься, на пятки на. Сядь и остановись. Чуть-чуть на пятки. Угу. Без паузы внизу. Сел, встал. Ага. Ну все, отлично. Дальше толкаем. Дальше также толкаем гриф. Уже берем на грудь и делаем толчок. Я посмотрю,
над чем надо поработать, и сделаем сначала там вспомогательные упражнения, а потом уже ближе к середине тренировки потолкаем. Потолкаем, посмотрим, что получится, и дальше там тяга, приседания, как обычно. Базовые такие упражнения, которые входят в тренировку. Давай сначала 3 раза берем на грудь, 3 раза подряд. Ага. Не было подседа. Ага, хорошо. Все, 4-ю уже делаем, давай, последний раз. Ага. Толчок делаем. Короткая разножка, побольше. Передняя нога подальше и задняя тоже. Вот. Угу. Спешить не надо, все. Выше колена то вот, это над коленом. Да. Ага. Смотри, берешь вот так вот, таз назад, у тебя грудь должна быть впереди. Свести на пяточки, на пяточки. Нет, на пяточку свестись. Да. Смотри, давай сейчас вводи. Чтоб ты понял, в какое положение нужно ловить. Берем штангу на грудь. Сейчас просто произвольно. Ну, протяжку. И делаешь подсед вот такой. Три раза подсел. И от колена. В это же положение старайся брать. Старайся не просто как бы показать мне, что ты делаешь там, да? То, что я тебе говорю. А постарайся, вот как ты подсаживаешься, да? Ты головой анализируешь, как будто ты компьютер. И ты чувствуешь, как ты находишься в пространстве, грубо говоря, какие у тебя углы. И старайся потом от колена в это же положение. Ага. Давай, бедер. Нет, наполнить его выше. Угу. Подрывчика не было. Ага. Опять заваливаешь. Все, клади. Опять заваливаешь сюда. Старайся. Грудь вперед. Ну, не совсем прям таз назад, грудь вперед. Ну, не заваливаться. А то у тебя получается живот сюда, ты, а сам вот так плывет. Да, вот так. Отдохни. Не, 3 подседа. 3 раза подсед делаем. Нет. Посмотри, я тебе покажу быстро. Ты подсаживаешься вот так. Помнишь, я тебе говорил, сгибание идет вот здесь, на тазобедренном суставе. Колени уже как дополнение. Раз, раз. Вот я сажусь как бы. У меня главная двигательная единица, это вот здесь. Я вот здесь сгибаю, а колени уже как сопутствующие. Да. А ты подсаживаешься вот у тебя. Как будто тебе, знаешь, по ноге ударили вот сюда. Ты оп, и вот это место у тебя в первую очередь сгибается. А таз уже потом. Вот. Тазом. Садишься. Почему говорят, представь, как будто садишься на стул. На стул же мы садимся
пятой точки хотим почувствовать опору. Ага. Ну, давай с спринтов берем. Не-не, все, ты уже по три подседа делал, теперь три раза берем спринтов. Вот хорошо, опять завалился назад. Все, три раза, больше не надо. Поднимаешь руками, вот видно, подводишь к подрыву, подрыв такой прям обозначиваешь, а самого подъема за счет подрыва нету. Сейчас вспоминаем подрыв, сделаем протяжку с имитацией подрыва, протяжка от колена. Я не ногами бью, не ногами, а просто стараюсь ноги сократить резко в этот момент. И так как штанга двигается, она двигается, а ноги резко сокращаются. Получается такой пум вверх. Пум вверх. Получается не отбив, а касание. И штанга бьется. От бедер. Не, выше. Ага. Перевесим ноги. Выше колен. Положи. Представь, как будто штанга просто висит. Тебе ее не надо поднимать руками. Как будто ты ее не поднимаешь. Вот так попробуй. На грудь не надо натащить, а то тащишь одними руками, и это видно, что совсем другое движение. Ага. Подожди. Стараешься сесть вот так вот. Вот, накрыв небольшой. Да. Стоп. Вот отсюда. Твой старт. Угу. Давай немножко отведем. Окей, вот так вот. Да. Угу. Резче ногами до конца выпрямляй. Давай на грудь побери. Ага. Еще. От бедер, да, выше колена, старт. Не было подрыва. Думай о подрыве. Нет, клади, отдохни. Подожди. Ты немножко шоколадку берешься? Бери где-то вот так. Мы с тобой провисим на одной комплекте. Широко не нужно. Не считаем. Подожди. Да, старт отсюда, правильно. И немножко отводи. Не было. Ударчик так и должен быть. Помнишь, как руки у меня? Ага. Рука. Ну нормально. Давай на грудь. Угу, хорошо. Накрыва не было на старте. Стоп. Не вались на носочки. Нет. Сюда, а это сюда. Ага. Вот. Не было. Надо было отвести от колючей. Ага. Давай. Вот, хорошо. Движение правильное, подрыва не было. Вот хорошо. Вот это. Повтори 5 раз. Повтори. Легкий вес, повтори. Да. Давай, запоминай. Вот это правильное твое положение. Да. И все правильно делаешь. Отлично. Нет, завалился в колени. На старте завалился в колени. Стоп. Нету накрыва. Посмотри вниз. Накрыв должен быть. Угу.
Все, хорошо, пойди. Ну, молодец, смотри как. Сразу из ничего, бац, и в этот. Угу. Нету накрыла на старте. Да. Ага, хорошо. Чуть побольше садись, когда ловишь. Вот, вот так, да. Угу. Вот, хорошо, молодец. Все, хватит. О, отлично. Хорошо, молодец. Угу. Чуть-чуть спиной, когда делаешь подрыв, немножко побольше спиной. Ты стараешься, ну, как бы сделать подрыв, и вот в этом положении садишься. А тебе нужно немножко побольше, побольше раскрыться. Видишь, вот в этом положении у тебя таз находится здесь. Тебе приходится руками вести штангу в подрыв. А когда ты будешь выпрямляться до конца, видишь, куда у меня таз идет? Вот это и есть подрыв. Вот это и есть подрыв. Вот. До конца разгибая спину. Спина же это не просто вертикальное положение туловища, а до конца, вот мышцы мы сокращаем, до конца вот в этом выходит. Да, вот сделал хорошо, а поймал опять. Не успел выбрать. Вот, да, да, да. Ну ладно, это мы отработаем. Нет, высоко таз задал. Чуть пониже. Стоп. Чуть-чуть сюда колено. Нет, а сам сюда. Не-не-не, опусти. Вот. Прокис поясницу. Угу. Подрыва, правда, нету. Ага. Ну ладно, давай так. Угу. Угу. А много не надо? Давай, все, хватит. Подрыва 4 раза. Немножко подрыв не получается, конечно, тянешь руками. Старайся старт принимать, ты садишься, голень у тебя вот, угол получается очень острый, тупи его, он должен у тебя быть почти вертикальный. Подсед у тебя должен быть не такой, а вот, исходное положение. Видишь, ну оно не так вот вертикально, конечно, а небольшой угол есть, но он не такой, как ты садишься. Угу. Да, вот так. Ты, когда берешь на грудь, садишься, опять забываешь и садишься вот в колени. То есть в такое положение, которое как бы, ну, некомфортное, как оно. Наиболее выгодное на данном этапе для организма. То есть, да, вот так, раз завалиться и все. То есть сразу же отключить как бы мышцы организм хочет. Но его надо напрягать. Раз, чтобы ты бац, а ты в ноги поймал и остановил тем же самым тяжесть. Потому что если мы будем ловить в колени, на носочки, ну и чем мы будем удержать, чем мы не удержим. Поэтому нужно бац, все, и ты здесь стоишь, вот, бедра. Бац, сюда. Давай, делай, а я тебе буду указывать на моменты, над которыми надо работать. Да, а ты старайся исправить. Завалился.
Завалился во время приема спиной назад. Вот, хорошо, да. Старт был с носков. Вот так, да. Все, хватит. Когда поднимаешь, штангу ведешь, вот у тебя ноги согнуты, и ты стараешься вот так вот вставать. А тебе нужно вставать вот так. Нужно колени убирать. Штанга, она идет, ну, грубо говоря, по прямой, с небольшим таким движением в твою сторону. Но так как у тебя здесь мешаются колени, ты должен эти колени убирать во время подъема. Мы их убираем. Спина остается практически в том же угле. То есть она не выпрямляется так же вместе с ногами. А вот мы сначала убираем колени, потом подводим ноги и делаем подрыв. Ну не ноги, а колени подводим. Но это уже там чисто на тренировочках это. Это подводка. Поэтому, когда поднимаешь сейчас штангу, поднимай ее не так вот, прям конкретно по прямой, а старайся вот убирать ноги. Убираешь ноги, сейчас мы в тяге поотрабатываем этот момент, а потом делаешь подрыв. Сейчас поразминаем верхний плечевой пояс. Почему поразминаем? Потому что тебе, в этом упражнении, да, если ты просто наверх поднял, но не прошел грудью и плечами, то оно будет падать. Поэтому давай поотрабатываем. Ты зато подрабатываем посыл. То есть конкретно у нас работают руки и плечи. А потом подключим уже разножку, когда уже о руках особо думать не будешь. Смотри, делаем подсед, выпрямляемся, подкидываем штангу где-то на уровень лба, и в этот момент, дожимая руками, да, раз, уходим в сед. Ага, хорошо. Только опять же в бедра подсаживаемся, ага, в колени не садимся. Да, подсед хороший. Поглубже после выталкивания садись. Да, вот здесь поглубже. Переместись. Штангу на меня не рони. Да, вот так. Ноги были правильные. Руки немножко стоял вот. Сюда пройди. Пройди грудные клетки. Вот, хорошо. И в ноги сел. Хорошо. Хорошо. Вот так и надо. Ага, отлично.
Хорошо. Все. Давай. Хорошо. Немножко в колени пошел. Ну отлично, молодец. Вот, хорошо. За тренировку раз 10 поднимешь лишний. Угу. До конца ноги выпрямляй, когда посыл делаешь. Тебе надо как бы на носочки сходить. Опусти. Значит, смотри, какой смысл. Постарайся, ну, вот ты взял на грудь, с этого положения, бац, раскинул ноги, да, взял на грудь. Вот стоишь ты, ноги на шире, даже можешь чуть пошире поставить. Смысл твоих подъемов сейчас какой? Ты делаешь подсед, посыл, встаешь на носки. Да, посыл – это вставание на носки. И потом делаешь уход. Да, и уход, и уход, и... Нет. Ну смотри, да, да, почти было, смотри. Смысл какой? Встал, упал, встал, упал. Нет. Ну смотри, я же никак не дергаюсь там ногами. Все, что я делаю, это встаю на носки, и когда опускаюсь, ноги опускаю. Раз, пум. Раз, да. Ну, только не надо отрывать. Носки остаются. Да. Да. Вот так же и здесь. Шумник. Поставили ноги. Я делаю посыл. Ушел. 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 Вот, хорошо. Носочки старайся не отрывать. Ага. Колени садишься, все, хватит. Угу. Прям старт отличный, взял хорошо. Хорошо, хорошо подсел, да. Да, у тебя чисто кавказская разножка у Варданяна. Ну все, по-моему, не надо, там 4-5. Вот ногу взял хорошо, прям не вот. Тренировку делаешь сейчас. Сейчас делаешь лучше, чем когда ты сейчас тренировался. Угу. Вот хорошо. Ага. Ага, хорошо. Ну вообще все нравится. Я правильно держу стопку. Угу. Все, хорош? Нет. Угу. Хорошо. Там даже тренировать уже не интересно. Нет, переднюю ножку немножко да. Выпрямил, но надо было не выпрямить, а во время разножки подальше.
Упирайся в обе ноги. По ногу не толкай, ну максимум 4 раза. Решение. Хорошо. Прям даже интересно посмотреть, когда ты будешь большие веса поднимать. Все, хватит. Сколько тебе? Хорошо. Хорошо. Немножко в колени садишься, но в целом нормально. Молодец, все. Называется протяжка на грудь из прямой стойки. Держим штангу. Можешь замок, можешь без замка, как удобно. В опущенных руках. И только за счет рук мы поднимаем на грудь и проворачиваем локти. Поднимаем, стараемся поднимать не просто лишь бы поднять, да, вот так вот. А стараемся поднимать вот как нам нужно, штангистам. Стараемся вот. Вот эти движения должны быть. Первоначально, во всяком случае. И также опускаем. Опускаем с груди не вот так вот, да? Опа, и упал. А так же, как поднимали, так же опускаем. Видишь? Оп. Потом, допустим, мы будем делать там по 6-8 раз. Потом, там, на 7-м, на 8-м разе, когда тяжело будет поднимать вот в один определенный момент. И чтобы его немножко, ну, можно было упражнение выполнять дальше, немножко подключаем уже спину. Во. Оп. Чуть-чуть. Не прямо спиной, а вот чуть-чуть подталкиваем. До жжения в плечах. Я тебе подсказываю. Чуть поуже, чуть-чуть. Нет. Ноги прямые, да. Ага. И разов придется меньше поднимать, и мышцы быстрее устанавливать начнут. Да, старайся. Сразу. Как ты подвернул, так же сразу оп. Да. Подключай, начинай, меняй спину, начинай подключать. Не-не, спину. Ноги прямые. Сейчас, да. Спину. Чуть-чуть, нет. Чуть-чуть спину. Чуть-чуть спину. Оп. Оп. Пошла. Ага. Оп. Ноги как не сгибая, спину. Наклони. Ноги прямые. Да-да-да. О-о-о. Ну все, хватит. Угу, хорошо. Ага. Задержки не делай внизу и на груди. Да, опустил сразу. Угу. Угу. Начинай спину включать. Спину включай. Внизу когда штанга, ну ладно,
Клади. Когда ты вниз опускал, ты чуть ли не вот так вот от туловища. Расслабляй руки, учись расслаблять руки. Раз, расслабил, все, штангу вот здесь вот. Чтобы сделать мах, я когда тебе, ну, немножко тебя старался показать мах, ты одновременно ноги сгибал. Не нужно. Чтобы, например, не сгибать ноги сознательно, тебе это, допустим, голова все равно не заставляет как бы сгибать. Ты ноги тогда в этот момент вот выпрямляй. Оп, туда, наружу. В определенных упражнениях в тяжелоатлетике так делать нельзя. Там, в наклонах, например, да, мы не выворачиваем, мы наоборот сгибаем. Но в данной ситуации веса там не будут никогда большими. Делай прямые ноги, прям выпрямляй. И при любом наклоне, они у тебя так и останутся. Ты их не сможешь согнуть, потому что, чтобы согнуть, тебе надо будет прям вот заставить мышцы сделать это. Вот попробуй. Да. Раз, маленький мах. Поделай так. Вот. Теперь руками на грудь. Как ты держал, да? Оп. 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 Только смотри. Не так, а вот. Оп. Оп. Да. Да, да, да. Вот, вот. Устал. Мах нужен для того, чтобы вот с мертвой точки сорвать ее с этого места, потому что вроде бы как руки в этот момент не тянут, но вот после вот этого движения они еще здоровы, а нам надо их загрузить. Чем это вообще, чего привязался тебе с этим упражнением? Это упражнение очень эффективное, когда мы берем на грудь штангу. То есть после подрыва, когда мы начинаем делать подсед, и у тебя здесь мощный плечевой пояс, и руки отработали вот это движение грести изо всей силы, и плюс еще подворот локтей, бам! То вот этот момент, когда ты сделал подрыв и уходишь в сет, вот этот, он очень тяжелый всегда. И когда вес большой или спортсмен не подготовлен, он вроде бы, казалось бы, взял на грудь, но у него пум, плечи поникли, или раз, руки не выдержали, все сползло. А отрабатывая, выполняя это упражнение, у тебя получается здесь как замок, когда ты берешь этот момент на грудь, бац, и ты локти подвернул, все, она у тебя лежит здесь, на плечах. У тебя мощные плечи и руки, и они здесь ложатся как на полку. Все, она уже никуда не может держаться. Максимум, что у тебя может не получиться, например, это не хватит силы ног для того, чтобы встать. Ты, например, раз, взял, а встать не можешь, бац, бросил. Вот это другое дело. А не так, что взяли, все, и уронили. И не поймешь. А что он взял? То ли ему тяжело было, то ли это техническая ошибка. Давай последний подходик. Пока руками, да. Угу. Да, хорошо. Ага. При опускании повнимательнее, да, локти вверх поднимаем. Не просто сбрасываем, а локти поворачиваем, да. Все, спина пошла. Просто сбрось, оба, ты ровно встань. Теперь, вот только теперь мах небольшой спиной. Нет, спиной не было маха. Вперед, наклон. Ладно, все. Сгибаешь ноги. Тягу поднимаем, принимаем такое же исходное положение, как ты поднимал на грудь, и
обозначаем подрыв. Вот я не помню, я тебе говорил, вставать на носки? Нет. Вот, давай без вставания носков. Чик, старайся руками не тащить, просто сопроводил ее немножко здесь, да, и все. Давай, пробуем, а там сейчас я посмотрю. И, может быть, исправим что-то. Нет, подожди. Ты, вот когда ты берешь штангу, да? Ты делал вот это движение, и у тебя как раз получалось то правильное исходное положение, которое должно быть. Постарайся вот сейчас, когда выполняешь, не быстро. Я тебе скажу, где остановиться. Нет. Оп, еще чуть-чуть вниз. Таз. Вот, вот так. Давай. Подрыва не было. Так как вес легкий, поднимай медленно. Вот, поднимаем медленно, 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 медленно. Подводим сюда, и здесь тебе надо сделать просто резко выпрямить ноги и спину. Пум. Таз высоко поднимись. Все, отдохни. Последний раз, когда ты принимал исходное положение, таз у тебя прям был сильно задан. Ну, так нормально, да. Пятки не отрывай во время подрыва. Подрыв сделал, выпрямил резко, да, я остановился. Угу, все. Все. Смотри. Встаем. Ты делаешь подрыв. Ну, встаешь, отрываешь пятки, встаешь на носки. А потом я тебе говорю, не вставай на носки. И ты, ну, ты делаешь, да? Ну, вот этот подрыв. И тебе нужно максимально, ты не выпрямляешь ноги, тебе нужно максимально. Пум. Выпрямил ноги, повисла штанга и только опускаешься. Видишь, я стою на прямых ногах. Все. Штанга опять повисла, но она подлетит. Она подлетит за счет плеч. Мы погасили немножко вот это движение. Повисла, опускаемся. Быстро. Вот, хорошо сделал, да, подрыв. Только до колен надо ноги погрузить. Медленнее вставать, да. После колен можешь уже быстрее. В толчке подрыв вот здесь. Вот здесь. Подруг не надо, все.
Встаем, почему поднимаем медленно? Для того, чтобы нам с таким маленьким весом загрузить ноги. Загрузить, ну спина там не загрузится, спина сильная, а вот ноги можно загрузить, чтобы хоть немножко потренировать. Быстро поднимал до колен. Поднимай. Вот, хорошо. Штангу прижимаем бедрами во время подрыва. Удара не было от ноги. Вот. Ну все, хватит. Дальше делаем тягу до прямых ног. Ведем по ногам, чик, это самое, спина, мы принимаем исходное положение, но спина вот под определенным углом. И когда встаю, спина, видишь, у меня не меняет положение. Вот она также остается. Я только выпрямляю ноги и прижимаю штангу к паху. И единственное, на самом финале чуть-чуть можно выпрямить, чуть-чуть спину, чтобы немножко ее раз сюда, прям, ты чувствуешь, чик, ты ее заправил. Не-не-не. Наклон. Таз задрал. Ты ногами не вставай. Спина остается. Спина встает. Во. Давай. Угу. Таз не задирай. Угу. Прижимай в конце. По много не надо, там раз 4 по 5 делай все. Во, да-да-да. Таз задрал. Со старта. Со старта. Не-не. Да-да, вот ноги, ноги. Принимаешь исходное положение и начинаешь подъем свой. Спина на весе находится, а ноги вот у тебя. Таз забирается. А тебе нужно вот, ноги, одни ноги встают. Таз, не надо его задерживать. Ноги, нет, у тебя клюешь. Ты же штангу поднимаешь, а тут получается небольшой грузик на руках. Оп! И тебя переворачивает, как знаешь, что? Как рычаг физики. Во, да. Ты же штангу поднимаешь, да. Если ты начал движение, ну это сейчас ты отдохнешь, я тебе расскажу. Ну, молодец. Смотри. Штанги, если мы начинаем движение, подъем вверх, то нам не нужно совершать какие-то движения, чтобы штанга в этот момент либо останавливала свое движение, либо еще там, не начинала его. И когда принимаем исходное положение, ошибка, когда начинают задирать таз. Но ноги, видишь, как работают? Ноги во как работают, а штанга чуть-чуть оторвалась. Если мы поднимаем штангу, вот, ой, если мы начали разгибать ноги, то все, и штанга должна на такие же расстояния двигаться. Вот я тебе про это и говорил, когда ты таз раньше времени
Он у тебя опережал движение. Ага. Наклон не оставил. Задрал таз. Старт посмотри. Ага. Наклон. Спины хороший. Ну ладно, фиг с ним, с тазом. Главное, у тебя вот общее движение хорошее. Угу. Все, делаем. Не забываем про наклон в финале. До конца не разгибаем. Таз очень сильно задрал со старта. Просто разгибаем ноги, да. Хорошо. Плохо старт, финал тоже уже хуже. До этого был хороший. Плохо. Разогнул спину на финале сильно. Наклон сохраняй, да. Ага. Назад помнишь, как ты едешь? Да. Сейчас попробуешь, ага. Когда приседаешь. Нормально. Быстро не падай.
профессиональных врачей. Падаешь, не надо падать, медленнее садись. Ну и все, отлично.